Всем привет, дамы и господа, с вами Найдфилл, продолжаем играть в наш офигительный рогалик Рад. Погнали, ребята, будем мутировать. Возьмем сегодня фристайл. Поиграл еще немного в эту игрушку, то есть достаточно такая интересная. Дубиночку от себя новую выбил. Мутаций очень много всяких разных мутаций. И щупальца у меня были за место. Голова за место, как у змеи было. Прям множество всяких разных мутаций. Сегодня я вам покажу одни из них. Так. Вплотную прям к ним подходить вообще не вариант. Таким вот, у которых уже полоски намного больше. Прям. То есть ты их каст никак сбить не можешь. Только у ворот вот этих использовать. Поднять и слопать. Отлично. Так, что у нас тут за движ внизу? Вот тут дело хорошо. Тут есть. Теперь можем урон еще шипами докручивать. Весьма вот того, что прыгали. В принципе, это тоже вещь удобная. Здесь я немножко нафармил, так сказать. Денежек там еще. Посмотрим, куда мы еще не ходили. И, наверное, в принципе, если это все, можно тогда в пещеру идти. А вот это я опять зря сделал. Ну и ладно, погнали в пещеру. Эх, там мои кассеты были кассеты, которые нам нужны сейчас будут. По-любому для покупки.
пожалуйста. Бутсы, удары, хп. Возьмем. Дискетка нам пригодится еще. Так, давайте получим какую-нибудь обилку пассивную сейчас для нас. Скрытые угрозы. Минус 4. Череда. Так. Давайте сюда зайдем. Ну, тут как раз нам выход. Forward is open. Ах ты ж. Ка-чинг! О, у нас Unlocked. Вот и ботинки нам выпали. Artifact. Которые там продавали. Все, шикардос. Теперь можно смело идти вниз. О, здесь у нас еще одна пассивка для нас приготовлена. Шикарно. Трюфельная свинья. На растения можем находить. А если не сможем находить растения, значит мы сможем похилиться. Сейчас мы заодно как раз там можем пробежаться и глянуть. На самом деле, может, нам выпадет что-нибудь. Раз мы можем теперь находить растения в земле. А может, и не можем. Пока что-то как-то худненько. Эй. Добавляет внутреннюю мутацию огнеход. Горячей поверхности. А почему бы нет? Эндо-мутация. Я бы сможем, если что. Опа, огонь. Огонь это тоже. Так, кто у нас? Mutants. Ага. Опа. Сердечко. Шикарненько. Все, продолжаем.
Loading. Такая достаточно тоже. По большей части и секреты тоже всякие разные есть. Но секретов всего еще очень полно. Мы же можем ходить по горячей поверхности. Мы же теперь крутые с вами. Неплохой урон довольно-таки наносит на самом деле. Нормально. Идет прям все вот шикарно. Мне все нравится, мне прям все устраивает. И шипы. Флаппи ки. И шипы там. Самое главное, тема. Выкашивает. Много урон наносит шипы. Unlocked. Разрабатыватель, разбрасыватель добряет ваши следы. Цветущий город сад вам прыти. Artifact acquired. Ну чё. Прикольненько. Теперь мы будем быстрее бегать. Быстрые, резкие, дерзкие мы будем теперь. Флаппи. Нужна. Монета. Так. Ча-чинь!
сколько. Кстати, почему ладно? Среди этих как раз. Так, о, которые вот эти обнаруженные улитки. Как их правильно? Потому что они вообще жесть. Они не мешают, наверное. Симбионт, вы же на себе приятели вокруг вас. О. О, вот это вот уже лучше. А, он будет написан стоять у меня. Ну посмотрим, что он будет делать. Такая у меня мини-турель будет стоять. Аркаш! Отхилились сразу. Он уже будет сейчас стрелять во всех. Отлично, просто пойман. Отлично. Шикарно. Вот это хорошо пошло. Так, что ты нам можешь предложить? Бешенство, которое повышает вероятность крита. Внутренняя мутация. Передвигаться по горячей. А у нас есть. Поэтому давайте возьмем мутаген бешенство. Опа. Так. Вероятность крита повышена. Вот это уже получше будет. Сейчас будет кашалки. Блин, я бы, конечно, попробовал найти все-таки, чтобы ему ходить по кислоте. Потому что это надо, потому что там вон, там и дискеты лежат, там много всего лежит на самом деле. Оп! Constructed many machines to regrow life, but they lie dormant in the fallow, waiting to be reawakened. Интересно. Так, что мы имеем? Мы имеем дискеты и залутанный подвал. Погнали в подвале, теперь сейчас побегаем.
здесь нам что предлагают? Половину ваших кассет в банк отправляет. В принципе, вещь хорошая, но мы тогда лишимся ботинок. А вот... это мы возьмем. Махом закидывать. Так, это нас куда выведет сейчас тропа? Вон, другой берег, остров как раз. И это хорошо, только здесь что-то пусто на самом-то деле. Все, мы поняли, идем обратно. Теперь давайте сюда сходим. Здесь у нас телепорт. Так. Угу. И тут выход. Ну, что-то как-то... как-то что-то... прям вообще как-то... и все. Я-то думал... ну вот. В итоге оказался подвал, где нет пассивок для нас. Ну и бог с ним. Пойдемте к боссу. Так сказать, напинаем его. В магазине нам пока ничего не надо. Так. Грязнули. Теперь у нас еще есть плюс одно сердце. И это хорошо. Вот, мясо нашли. Давайте все быстренько пробежим. Все, еще черепа тут. Подпинаем все, где возможно. А у него только... Unlocked. В принципе, сойдет. Нам дискетку одну не жалко. Шипы, конечно, топ. Шипами прям. Loading. За здрасте, можно валить их вон. Шипы вещь хорошая. The dark. Так, мир 2-1. Значит, у нас идет 1-1, 1-2. Так, а это у нас что? Ага, понял. Была ловушка. Пока система непонятная.
Greenback. Так, мы еще туда сейчас вернемся. Глянем, что там такое.
где у нас чё по хилу есть? Нам надо похилиться. Большие. Это уже хорошо. Тебе побав. Один удар, и он вынес меня. Блин. Обидно, печальненько. Жаль. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте комментировать. Рекомендуйте друзьям. Нажимайте на колокольчик. Всем пока.